Привет, вы на канале Давид Рубик 123. Сегодня я покажу вам бесплатные вещи в Roblox. Да, бесплатные вещи. И первая карта, на которой я буду показывать бесплатные вещи, это центр карьеры Roblox. Сейчас вы можете увидеть это на экране, если я не забуду ставить. Итак, когда вы зашли сюда, ждете вечной прогрузки. Потом нажимаете крестики внизу и черт. Да вот. Потом идем сюда. Можете, конечно, Боба кафе. Нам нужно в Боба кафе. Нажимаем Боба кафе и телепорт. Вот у меня, например, телепорт не работает. Если у вас тоже телепорт не работает, то тогда идем по моей по дороге вот этой. Сейчас я покажу. Боба кафе находится вон там впереди. Если видите, я только что бесплатные вещи получил. Вот они. Вот эти коктейльчики у нас во рту будут как-то. Чтобы получить бесплатные вещи, нажимаем. Сначала клубничный чай заказываем. Нам дают клубничный чай, дают вам ачивку и все. Бесплатный предмет у вас уже есть. Итак, вы, если вы хотите получить все чаи, нажимаете просто по порядку. Клубничный чай, манго чай, молочный чай, тайский чай. Все. И на этом видео у нас не заканчивается. Я еще вам покажу. Сначала я вам покажу, как вообще выглядят эти вещи. Да блин, останови. И вот они, вот эти чаи, они в разделе нажимать аксессуарс и аксессуарсы и фейс или фейк. И вот они чаи, они вот так у вас выглядят. Можете надеть. Я пока что, наверное, буду сходить вот таким чаем, может потом поменяю. Вот так. Вот так он это пьет персонаж. Я захожу в следующую карту. Мы продолжаем. Вот я зашел уже на следующую карту. Когда вы зайдете, вам нужно просто постоять на ковре, либо просто вот так походить. И вам дадут вот эту синюю шляпу на мне, которая. Чтобы получить тут следующую вещь, просто идем за мной. Вам нужно пройти довольно сложный паркур, но он просто для меня он был сложный, потому что у меня лагало вчера очень сильно. Я включил платный интернет и все разлагало. Вам нужно пройти вот такой паркур. Имейте в виду то, что если будете долго стоять, эти штуки падают. Вам нужно просто попрыгать по вот таким кубиком. Сейчас вам показываю правильный путь, как пройти. Тут только в каждом обе один вариант прохождения. Вот тут. Нужно именно прям как я проходить. Вот так проходим. Главный путь не обязательно, куда вы наступаете, на какой именно кубик. Ой. Видите, вот у меня лагает, вы все видели. Что там лагает, непонятно. Может, эта игра слишком много весит. И сейчас я быстренько пройду тут все. Сегодня, возможно, будет стрим, если вы проголосуете в моем телеграм-канале. Но проголосуете ли вы, это зависит от вас. Хотите вы стрим или нет? Вот тут. Вот. Все. Вот тут, на этом этапе, как будто самое сложное. Вот именно. Они тут вертятся. Да они везде вертятся. Я продолжу видео, когда я уже пройду. И все, я прошел. Было легко, вот если вы путаетесь, как пройти правильно, можете вот там вот попрыгать вначале и вот там на той платформе остановиться и дальше попрыгать. Это только первый этап паркура.
Ура, мы еще не дошли до второго. Второй этап это вот это. Он уже полегче, по моему мнению. Если у вас интернет, конечно, не лагает, то можете, то это будет легко для вас. Если вы, конечно, про в паркуре. Еще советую в этом обе включать платный интернет, потому что без него это очень сложно. Платный интернет у меня сейчас включен, чтобы не лагало, чтобы вы могли нормально прыгать. Да куда ты? Все. И просто вот так проходим. Вот тут не прыгаем вправо, вы не долетите. Я уже это сам вижу. Вот тут и прыгаете, вы прошли этот этап. Впереди у вас только три этапа. На самой верхушке горы стоит как раз бесплатный предмет. Вот он там. И идем просто до него. Паркур, как видите, не самый сложный, поэтому можно пройти еще. Вот. Ну а я пока что прохожу. Надеюсь, у вас получится получить эти бесплатные вещи, потому что вот там реально крутая вещь. Я ее получил уже. Все вещи, которые я сегодня показываю, я их уже получил. Вот сюда не прыгайте, это неправильный способ. Нужно идти на верхушку горы. А как возвращаться обратно, я вам пока потом покажу. Я не знаю, я вот не ресетился, я просто как бы падал все время вниз, доходил до прошлого этапа и падал снова вниз. Вот так проходим паркур и все, мы получаем вот такой колокольчик. Он, если что, будет на спину, вот этот колокольчик будет смотреть вниз, эту палку вверх. Мне, например, он понравился. Можете, конечно, ресетнуться, попробовать, но я шел вот таким способом. Падаем вниз, потом... Смотрите, падаем вниз... Потом идем сюда, потом прыгаем сюда и так. Потом доходим до второго этапа, снова тут умираем. Можно, конечно, просто ресетнуться. Было бы логично. Но я вот так. Потом падаете снова вот тут вниз. И все. Вы получили бесплатную вещь. Сейчас я расскажу самую крутую вещь, которая мне понравилась. Это вот такой плащ. Видите, там стоит человек из Роблокса. Ну, Дэйв, или как? Дэйв, короче, стоит и рассказывает про награждение. Так вот. Скоро это уже закончится, и победитель кто будет, интересно? Дорс также. Ну да, Дорс. В этом году Дорс победил. Ну и когда закончится это великолепное шоу, если вы зайдете, у вас будет там шоу, начнется через 6 минут. Вы должны прийти в этот зал, не знаю, сесть там за какой-нибудь столик. В нижнем левом углу нажать вот так стрелочку, и вы можете вот так смотреть. Где-то на середине, уже где-то на середине, когда вы... Ну, короче, где-то на середине вам дадут вот этот плащ. Я досмотрела до конца вот эту. До конца досмотрела вот это шоу. И... Потому что мне понравилось посмотреть. Смеются тут. Лучшая фигура танцует, Дождь танцует, победил в этом году. Вот.
если вы зашли, шоу уже идет. Подождите, пока сначала закроется. Подождите, пока шоу закончится. Потом у вас начнется следующее шоу уже через 24 минуты. Садимся просто за любой столик. Например, я в прошлый раз сюда сел, много человек сидел, почти весь стол занял. Нажимаем на штуку и все, мы смотрим вот это. Шоу уже тут заканчивается. Это. Ну и вот такой у нас получился чудесный ролик. Если вы не понимаете на английском, что они просто вот тут рядом с стрелочкой такой и будут на русском. Я, например, все это прочитал. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока-пока. Не забудьте писать.